Заветные ключи от нового жилья, поздравления и обязательно фото на память. Этот день жители Звенигорода ждали с нетерпением. Глава муниципалитета Андрей Иванов вручил 15 семьям ключи от квартир в доме номер 18 в микрорайоне Восточный. Ваши дома, насколько я помню, с Звенигородом были признаны аварийными последние в 2016 году, а начинали еще в 2012. Ну вот, наконец-то вопрос решился. Я уверен, что в новых квартирах, и они вам понравятся, вы обретете домашний уют. Они большего размера, чем те, которые у вас были. И, что немаловажно, еще и сделан ремонт. Роза ждала переселения в новое жилье более 5 лет. Раньше она жила в коммунальной квартире, а теперь обустроится в полноценной однокомнатной. Переселение с расширением жилой площади – это двойной праздник для нас, делится жительница Звенигорода. Лично для нас, конечно, получить однокомнатную квартиру – это большое счастье, потому что нам сказали, что будут давать квартиру по объему, но тут получилось, в общем-то, площадь больше, чем вот та старая. И поэтому, конечно, у нас радость такая необъятная, скажем так. В доме номер 18 новое жилье получит еще 126 человек. Всего до конца года в Звенигороде в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется расселить 90 семей. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».